Привет! Подожди, заменим этот вид кое-чем получше. Вот, теперь не оторваться. Поехали! Вулкан Эбека хоть и считается безобидным, но во время извержений выглядит очень даже внушительно. Этот пепловый выброс вообще достиг высоты в 2,5 километра. Летишь такой на высоте 3000 метров, и тут... Ой. Как назвать уровень спокойствия, когда при ударе молнии в самолет говоришь только... Ой. В любой напряженной ситуации хочется уметь остывать так же быстро, как эти керамические тормоза. Если честно, замок с электроблокировкой я представлял несколько иначе. А вот электрические ворота ожидания оправдали. Controle remoto é bom demais. É do... Não aparece não, burro! Как-то странно они запускают шаттл, скажешь ты, и будешь почти прав. Это, конечно, не космический корабль, а реактивный автомобиль, но он уже почти летит. Все-таки скорость более 800 км в час. Похоже, этим ребятам тоже интересно, чем все закончится. Когда повел знакомить ее с родителями и просил обойтись без эффектных появлений. Ha ha ha!
гид заметил свалившегося с дерева в лесах Амазонки малыша ленивца и помог ему вернуться к маме. И вот ее реакция. Если ты вдруг искал самого расслабленного работника во Вселенной. Эта тренировка под хэквондо для детей подозрительно напоминает, как от меня что-то требует начальник и как я это выполняю. Упс, мы, похоже, забрели на место преступления. Попробуем восстановить цепочку событий. А сейчас ты поймешь, что чувствовал персонаж Ди Каприо в той самой сцене. Настроение, когда из красного можешь позволить себе только рюкзак. Кажется, этот попугай только что выбрал своего пирата. Инновации в сельском хозяйстве. На выставках и в реальности. Вещь из категории «Я не знал, что мне это нужно, но мне это нужно». Ари, кема. ¿Qué está con el cigarro ahí al lado? Fumando y comiendo. Этот наглец флиртует прямо при муже. Как же красиво он это делает!
Все, кто не может нарисовать ровный круг даже одной рукой, сейчас такие. Hello, mate. Do you play pool? Выглядит как серьезный аргумент поступать в технический вуз. В это сложно поверить, но физика и медитация, оказывается, отлично сочетаются. Когда узнал, что во рту человека проживает от 30 до 70 штаммов бактерий. Оператору стоит начать думать, чем он займется в ближайшие пару дней без света. Потому что он весь был потрачен на это шоу. Ну, или в ближайшие пару недель, если линию будут чинить эти двое. Как мило, что этот лебедь заботится о рыбках. Подумал я, а потом понял, что он просто смачивает еду перед проглатыванием.